Сегодня утром Юрий Гольцов с супругой, пришедшей в офис компании «Т-Плюс», чтобы решить свой вопрос, смогли получить не только качественную услугу, но и небольшой подарок ко дню пожилого человека, который отмечался в это воскресенье. «Т-Плюс» хорошо организовала. Главное, что нет очереди. Главное, что приходишь в прекрасный офис, все прекрасно выглядит. Без очереди приходишь, решают твои проблемы и довольный, счастливый уходишь. В офисах в Самаре, в Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани специалисты компании вручали клиентам серебряного возраста приятный презент – варежки и поздравительную открытку. Мы искренне хотим поблагодарить наших клиентов старшего возраста с добросовестным исполнением своих обязательств по оплате коммунальных платежей. Конечно, пожелать им здоровья, долгих лет жизни и жизненной энергии. Также клиентам рассказывали про возможности дистанционных сервисов компании. Благодаря их использованию пожилые люди могут экономить время и провести его с близкими или занимаясь своими увлечениями. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.